Франция не должна выдать его в Украину, потому что в Украине, несмотря на то, на какие у них есть претензии к Аблязову, есть, по-моему, реальные опасения, что они каким-то, что в Украине его как-нибудь либо выдадут, либо но есть реальные шансы, что его отправить каким-то образом в Казахстан. И это надо исключить. И, ну, Human Rights Watch считает, что Франция не должна выдавать Мухтара Аблязова в Украину, потому что в Украине он подвергает риск, что он будет, что украинские власти его отдадут в Казахстан. Есть несколько примеров уже, когда люди, ищущие убежище в Украине, просто пропали без вести. Ну, например, вы, наверное, слышали о Леониде Развозжаеве, да? Когда он был в процессе подавать на политубежище, его просто выкрали из Украины и как-то каким-то образом оказался несколько дней после в России, где он продолжал уголовное преследование.